Фильм «Учительская» режиссера Элькира Чутака из Германии получил приз зрительских симпатий «Люкс-2024». Церемония награждения прошла в Европейском парламенте в Брюсселе. Зал аплодировал сценаристу Йоханнесу Данкеру. Отталкиваясь от реальной истории, рассказанной его собственной сестрой, Данкер написал о проблемах, с которыми сталкивается учительница средней школы Карла. Женщина хочет разобраться в серии краж. Под подозрение попадает ученик турецкого происхождения. Но виновен не он. I've realized that a lot of people can identify with the characters in our movie and also with the character of the teacher who has this idealistic approach to doing things. But then I think, and that's also something maybe politicians can relate to, is you struggle with the system, you struggle with every day, and you struggle with different opinions about people. And everybody's trying to do the right thing, but these kind of things conflict, obviously, because people have a different opinion on what is right, and then we have to debate it, and we have to talk about it. Премия «Люкс», учрежденная совместно Европарламентом и Европейской киноакадемией, предоставляется за повышение осведомленности общества об основных социальных и политических проблемах. Помимо фильма «Учительская», в шорт-лист попали еще 4 картины. Испанская лента «20 тысяч разновидностей пчел», драма о семейных отношениях и гендерной идентичности в детстве, «Сестринство Бани по-черному», эстонская картина, говорящая голосами женщин об их проблемах и возможностях. «Опавшие листья» — фильм из Финляндии об одиноких людях, ищущих настоящую любовь. «На Адаманте» — документальный французский фильм о психиатрической клинике в Париже. Картины, рассказывающие столь живые истории, могут сыграть важную роль в развитии социального диалога, особенно в год европейских выборов. I think it's these two sides. It's the facts on the one hand, but it's also how does everybody interpret it. And then for me it's the first step is first understanding the other person and then getting into an argument. And I think films are a great chance to see the world through the eyes of another person and to live through them. Приз зрительских симпатий «Люкс» – одна из престижных наград в мире кинематографа. Победители определяют как законодатели, так и голоса общественности. Европейский парламент предоставляет субтитры к фильмам на 24 языках ЕС и организует бесплатные показы в странах европейского сообщества.